Я никого. Я же сказал, Джандос водил, выстрел. Попросили оператора посадить. Выйдите, пожалуйста. Покажи, что я делаю. Давайте спокойно подъедем. Ладно, тогда там машина не проедет. Аккуратно, аккуратно, потому что там сильно. Не трогай никакую машину, слушай. Я тебя прошу, ну не надо. Лобак. Вы садитесь, мы будем убирать от дороги. Алло, Гимран, срочное сообщение дайте, что прессу, кроме Хабара, никого не пропускают, стоят здесь в 5 километрах, ни пешком, ни на машине. А вы кто будете? Вы кто будете? Кто мне... Твою мать. Подшаманили, чтобы никаких лишних операторов не было, и все. Это лучше, чем застрелить. Это лучше, чем застрелить. Я не такая, Не надо таких медленных посылать на убийство. Я девушка. Или телефон уберут. Мемлекеттік арна қойсы, силасай жүрмелесе. Мемлекеттік арна жүрмелесе, чем у нас вот сұрсында. Оператор, кино. Ничего не знаю, что это.
Машины же. А, тела их в разных местах, я понял, были, да? Чем катаржат позволит такое? Там, где палатка. Да. Палатка до нары. Вот с метр живет. Да можно тоже два слова по-русски, пожалуйста. Вот тоже фабула, двух словах буквально. Их убили где-то в городе, скорее всего, застрелили, потом руки привязали и вот здесь выкинули. А кто их обнаружил первым? Я не знаю, говорили, что пастух какой-то обнаружил. Так, а информация как вам попала? Информацию мне Уразалиевич сказал. Возможно, опишите, опишите, пожалуйста, кто там, то есть как водителя зовут, телохранителя как зовут, фамилия? Водителя зовут Василий, а телохранителя зовут Бауржан. То есть они пропали когда? В субботу вечером, после 10 уже на связь не выходили. А куда уехали, никто куда не знает? Они были недоступны. Вас как зовут? Представьте, пожалуйста, и кем вы являетесь? Я помощник. Меня зовут Лан. А фамилия ваша? Лан, сонда бұлар қалада өлтірілген ба, или осында осы деп отыр? Қай жерде дейді? Мен білмеймін, турасын айта алмаймын. Бірақ негізі... Всех троих, да? По выстрелу в спину, потом контрольный выстрел. Всех высок. А пропали, говорят, в субботу? Ну, скажем, где-то с обрыни, вот, наверное, с 10 там, вечера, с 11 никто на связи не был. Из наших, из кого я знаю. Ну, родственники. А и куда уехали, даже неизвестно. Без 29 в Алтеке. Вышел с офиса, в город поехал, все, с этого времени уже вне связи с ним.
Какие-то предположения, может быть, первые версии какие-то, или пока? Пока никаких. Да-да-да, я там девятый фотосъемок. Мишка! А? Наверное, тебе звонят. Конечно. Алло. Сейчас, минутку. Ни у кого на сотку шагомера нет? Сейчас туман спустится, мы ничего не оценим. У меня же пушки не упали. Завтра можно вернуться и после этой всей бодяги. Да. Потому что отцепим. Да. Это раз. А мне-то утром будет выкладываться. Утром ты уже Там такой жид машины. В остальных местах только служу полевым офицером.